Матэ, сели на колени. Сели на колени. Александр, Владимир, сели на колени. Джи! А, смотри.
Церковь ушел отсюда чуть-чуть дальше. Идите вот туда, мне туда. Не надо Владимир так просто тянуть. Ну уж половинки поменять тогда. Так, сейчас делаем мучкоми. Оттуда, мальчики, оттуда идем сюда. Тот, кто делает, идет спиной. Значит, бросок вперед. Бросок вперед. Юрий Александрович засекает время. 4 минуты. Учикоми, Даник, Владимир. Аджуме. Учикоми. Бросок через плечо, передняя подножка. Через спину с колен. И в конце бросок и меняемся. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот здесь в конце такой бросок. Сколько у тебя? Ошибей. Давай,
Так,
Удержание. Взяли опять. Взяли удержание. Любовь. Взяли, да? Не-не-не-не-не. Сбоку, сбоку. Любовь сбоку? Сбоку. Взяли вот как бы держали, как держали. Взяли как держали. Единственное что, этой рукой, которой держим торс, убираем и держим одну руку двумя руками. Сбоку двумя руками. Держим. Готовы? Че? Куну. Давай. Три. Патруль. Чинч. Шаса. Шапка. Оп. Ну, модель. Поменялись. Боку держим одну руку. Сбоку. Инга, двумя руками держим руку. Двумя руками. Нет, нет, нет. Одну руку двумя. А, ты красавчик. Матей, Матей, Матей. Чуть-чуть подвиньтесь, чтобы убить. А, стоп, стоп. Сэр, будите сюда. Дай, вон туда. Вы вдвоем, вон туда. Готов? Очни. Сюда бегу. Внимание. И... Джек! Уно. Двой. Три. Подъем. Патру. Чинь. Шапка. Кок. Ну. Смотри. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Туда, Сережа, двигайся туда. Туда. Да. Никого нет, да? Вот.
Да. Пожалуйста, верхом. Сверху садимся. Сверху на туловище садимся. Даня, уйди туда, блядь, муха. Ну сколько можно, блядь? Серега! Уйдите туда на край. И... Че? Уходим? Три. Пату. Чинь. Шатте. Шатте. Хоп. Снова. Мате. Так, Дэвид, подойди сюда. Я предупредил. Как только поезд развязался, ты будешь... Завяжи хорошо. Невозможно. Завяжи еще раз там ухи. Сильнее, прижми. Сильнее. Так, сейчас делаем поперек. Это что значит? Между за пояс или за ногу ближнюю дальше. Далее. И второй рукой под голову, под шею. Поперек. Так, это спиной. Разверните. Лицом. Да. Нет. Там бежит. Между ног руках. Да. Приготовились. Уно. Двое. Я же вам сказал, вот ваши два парня, надо начать.
начинаете, вы начинаете отсюда. Как? Входите к ним. Как я вытру? Потом получишь пяткой в глаз. Я буду называть. Пастухов. Вот ваши два масла. Вот отсюда мы начинаем. А я говорю, вот. Так. Внимание сюда. И удержание по самбо между ног. Как? Садитесь между ног, достаете голову и руку. Давай, 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 приготовься. Между ног посадка прижаться, чтобы ладонь не проходила. Внимание. Да, вот так. Внимание. Жесть. Раз. Да. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Матер, разгибаться. Приготовились? Ну прижмись, эй, должно быть грудь-грудь, возьми шею, достань. И руку. Да не так, шею. Чего? Это получается по самбо? Да. Дышите на самбо? Я сказал, по самбо было. Удержание. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Шасе. Есть. Шанте. Оп. Давай. До. Мате. Встали в стойку. Собрались по всему кругу. Опасно. На. Значит, сейчас учиколи, учиколи и бросок. Это зацеп голени изнутри, это задняя подножка, это подсечка изнутри. Еще раз. Тот, кто делает учиколи, 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 тот идет вперед. Становится отсюда, идет. Раз, два, три, оп, вытаскивает. Оп, четыре, потаскивает. Раз, два, оп, сзади. Раз, два, три, вытаскивает и показывает сзади. И в конце бросает. Ачме! Спасибо всем, что всем. Пошли. Кто бросает, идет вперед. Два, три шага. Выводит и бросает. Пошли. Бросает, да? Ну, я думаю, бросает здесь, там учу. Или броски делайте. Пошли. Ачу. Стоп. Ты идешь вперед. Матерь. Я так и делаю. Ты идешь назад. Ты должен идти вперед. Оп, вытащить. Раз, два, оп, вытащить. Вытащить и потом бросаешь тоже сюда. Вот. Да. Матея, слушайте внимательно, какие броски. Раз, два, вытаскиваешь, подсечка. Зацеп голенью, задняя подножка. Джим. Yeah.
You are a sinister dog, guy. Еще раз, Матей, какие приемы делаем? Зацеп горе не из внутри посечка изнутри. И задняя подножка. Джим. Так, ладно, начинаешь баловаться. А выведение? Стоп! Эй! Мальчики, посмотри. Спокойно. Смотри, посмотрите, как вы идете. Если вы борцы, значит еще раз. Раз, два, три. Так же и вперед идешь. Шаги небольшие. Раз, вытащил. Оп, показал. Опять. Раз, два, три. Оп, показал. Раз, два, три. Оп. И делал бросочек. Джон. Куда бросаешь? Сюда бросать. Только сюда бросать. Идешь сюда и сюда бросать. Невнимательно, очень невнимательно. Еще раз. Матэ, поменялись.
он тащит. Все, постарайтесь аккуратненько вытащить, а он не дает. Раз, два, не даешь? Три, четыре, пять, шесть, семь. А ты? Поменялись? Приготовились. По свистку начинаем. На болевой садишься, на болевой. Все, стараемся вытащить. За пальцы не берем, за пальцы нельзя брать. Поменялись? Владимир. Около кисти, Денис. Около кисти, Денис. Выше бери. Вот там и тяни. В сторону чуть-чуть. Но локоть. Сейчас другое задание. Взяли захват. Взяли захват. Какой захват? На болевой садись. Ну сядь нормально. Кто так держит? Прошу силу. Значит так, первый номер. Ваша задача. Удержать соперника, чтобы он не ушел. Не надо болевой делать. Удержать. Второй номер. Старается уйти с болевого. Не пустить. Уходим. Уходим и лежим. Уходим. Это очень просто. Он не ушел. Пастухов, ты в каком лицее учишься? Мате? Пастухов? Мате, ты учишься в одном из лучших лицеев города Кишинев. Ты такие вещи делаешь? Непонятно. Что ты рухнул? Ты еще палец в задницу засунул. Взять четко, взяли! Сели на болевой! Он не должен уйти с этого положения. Приготовили. Болевой не надо делать, просто держите его. Пошли. Уходим, нижний, уходим с болевого. В каком лице? Даник, почему он у тебя уходит все время? Все время. Ну вот он у тебя ушел. Поменялись, смотри. Поменяли. Но кто может удержать своего партнера, чтобы он не ушел? Приготовились. Держи захват. Уходим. Мате, поменяли. Поменяли, что ты? Поменяли. Да. Теперь держим. Эй, теперь держим только ногами, две руки держим. Только ногами, две руки. Убирайте его. Только ногами его держим на болевом. Да. Готовы? Подожди, уходим, уходим, держим, держим, держим. Ну, кто удержал? Мате, баскинбат. А кто там? Меня? Готовы? Держим, держим. Субтитры сделал DimaTorzok.
Пастухов, да. Ты делаешь 20 бросков, потом 20 бросков делает... Кто там разговаривает? Кто разговаривает? Если вы балуетесь, больше выходить играть не будете. Приготовились? 20 бросков, 1, 20, 2. Вам дается 2 минуты. Готовы? Любые. Бедро. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре.
13. 13. 14. Быстрее. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Отдыхаем, сейчас будете второй делать. Так, у вас вы встали. Значит, вот тут будешь бороться с Владимиром. У тебя время сколько? 20 минут. 20 минут с ним будешь бороться. Вы вдвоем сели туда. Никита Унгурянов. У вас 20 минут. До 100 очков будет. Сели. Сербо Вискун. До 100 очков боретесь. Сели. Так, садись туда, будешь качаться. Приготовились, второй номер. Значит, ты должен набрать так.
200 очков, 200 очков тоже набрали. Там уже набрал, и пол есть, значит 10-0. Вперед. Вперед. Разговоры, разговоры. Давай, Борис. Ипон. Поклонился, дай мне ушел. 20-0. Что это все равно? Держать, держать. Кончается ни одного броска нет, ни у тебя, ни у него. Да нет броски, не на базаре. Броски, которые оцениваются, которые не оцениваются, никому не нужны. Вы уже сладку свою проиграли в соревнованиях. Так. Он грянул. Ты боишься Бескуна? Нет. А? Нет. Нет. Никита, ты боишься Сергея? Нет. Давайте поменяемся. Денис сюда. Никита, ты иди к себе. У вас какой счет, Никита? У нас Сангря? Да. Ноль. Че? Ну, пацаны, соберитесь. Блин, уже. Никита, он грянул. Дайте им пространство уже. Ипон? Щит. Спина. Упал на спину.
чик. Там же я не упал. Чик. Я не упал. Пон. Поклонился, ушел. 70-й. Давай, давай, вставай, Борис, Борис. Конечно, тяжело бороться, если штаны наоборот. Какие? Нет, больше на шнурки тут. Ну что, что шнурки? Может, неправильно. Давайте, бросьте, будет ноль. У него ноль будет. Держать, держать, дядя, держать. Задуши его, нафиг. Куда ушел? Кто выиграл? Я. Молодец. 0-0. Ушел Даня. Выходи, Владимир. Вот тут опять набираешь все очки. Ну-ка. Души его, сын. Что ты его жалеешь? Давай, Денис. Тебе на 20 килограмм больше. Сын, на 20 килограмм больше. И помни. 10-0. Прямо стойку. 10. Ой, извиняюсь. 7-0. Базарий, Никита. Дело удержания. Асы кони. Купон. Базарий, базарий. Это 14-0. Так я же старте, мне 17-0. 14-0. Базарий, базарий. Сколько? 7-7. Сколько это? Сдался, значит, 10 только. Да. Два базари будет 10-0. Два базари будет 10-0. Даник, стойко. Один раз бросил, Никита, второй раз только тот же захват, ищи, чтобы еще раз бросить. Не меняй, захват. Дальше, удушающий. Где? Болевой. Денис. Базаре. Давай, давай, Даник, его бросай. Не останавливайся, Даник. Ушел Даник, Матен, стойку. Даник отдыхает, Владимир вышел. А такой болевой можно, чтобы новый уже не пришел. Чтобы взять это. Так. Сюда нельзя. То есть можно вот так бежать, так и так делать. А сюда завратить. Ну, нет. Вот это надо, чтобы взять. Ну, ты завел поднимаешь. Так нельзя. Я вот так. Нет, так нельзя. Полицейский да. Ну, бросай его! Тебе нужно было цеплять, за все болью делать, Владимир. Пон! Пон! Thank you.
убирай сразу, Даник. Руку вытащи, вытащи руку. Вытащи, вытащи, вытащи. Вот. И вот так держи его и делай болевой. Нету никита. Денис, никита. Ну, держать, Денис. Переходи на держание. Иди в стойку. Помнишь, он говорил, что сразу болевые на руки надо делать? Держи ногу, значит, на болевые на руки надо делать. Вот тут в стойку. Блин, у вас нет бросок. Серву проигрывает. Лазарь, Денис, красавчик, запомни это движение. Запомни это движение, Денис. Запомни, еще раз надо делать будет. Великолепно. Хорошо, что платки не слезают. Осталось 5 минут. За Денисом это за ковер. Было бы тебе сказать. Проигрываешь Унгуряну. Сперву проигрываешь. Четыре минуты осталось. Секунд. Это. Дай мне поговорить еще одну фразу, пожалуйста. Я? Да. Слушай. Не бросай! А то тебе концовку мафии гринет сразу. Нельзя бросать. Стойку. Три минуты. Ну. Выигрывает Денис, выигрывает Никита. Ну, сверху бросай, поезд держи. Поезд возьми у него. Ну, как вы сами. Две минуты. Ну, да, поставил его, Даник! Осторожно, через ты, блядь! Держи. Денис, стойку. Полторы минуты осталось. Следующий. Там. Все, сдался, Андрей? И пол. Красавчик, Денис. Матея, заправились. Даник, становись туда. Заправились. Ты не будешь любители звонить на тренировку. Да, слушаю. Алло. Алло. Это тренер. Ага, хорошо. А чей это? Ну что? Сырку заправился?
Я Зыбу, ты же должен быть красавчиком. Сделай шаг тебе. Так, ну что, Бутов? Даник, ты сегодня молодец. Красавчик. Ты мог кинуть его. А у него Алеша. Алеша его друг, блин. По полиции сейчас. Поклонились. Ушли построили. Здесь Денис провел такие два приема. Один прием, ну, два раза. Красавчик. Наверное, потому что ты одной рукой держал. Молодец. Никита тоже забомбил, да, несколько раз. Построили здесь, пожалуйста. Сюда, пожалуйста, Денис, можно? Да. Подровнялись. Вот только так. Вот начинается война. Вот так нужно прийти и час бороться. Но для этого нужно покачаться, немножко побегать. Еще, ну, такая погода была, но все равно что. Надо прийти, понимаете? Хочу в час бороться. Вот у тебя есть, как оно? Что у тебя сейчас есть? У тебя есть сейчас мечта. Отомстить. А у тебя мечта? Сейчас. Никиту порвать. А у тебя мечта бросить его, как Даник бросит. Мечта. Качается мой дорогой. Качается. А у него нет мечта. Никита, а кто с тобой? А он Гуряну с тобой может побороться, да? Потом. Вы почти подали свой категорию. Тебе сколько килограмм? 50. А у вас 50? 57. Ага, 551 получается. Отлично. А у вас сколько? Сколько у тебя килограмм? Не знаешь? Нет. Дай мне так. 50. 60, ты должен порвать. Порвешь, порвешь. Его порвал. Он сырку может порвать. Не может. Не может? Хорошо, проверим. Так, Денис. Ты не должен с ними бороться. Ты должен всех здесь рвать. Всех. У тебя вес больше всех, да? Так всех ты должен порвать. Ты вообще не должен никого чувствовать. У него сколько? 50, а у тебя? 62. 10 килограмм. Ты это что? Представляешь, в боксе 10 килограмм разница. Это все. Все. Подравнялись. Алинере. Дрек. Торт кто-то будешь? Кому торт? Так. Кому тортик подходит, я сразу даю. Чем драма есть? Давай, ты найдешь. Вперед, пацаны! Что вы чищаете? Вперед! Возьми там ножи, чтобы я... Пошли! 5 минут у вас есть! Ножи принеси! Да, нет! Принеси оттуда крышку, пожалуйста! Вот крышка. Ага, вот сюда будет убраться. Держи его, Нина. Это тебе. Ну, так, спасибо, Георг, мил. И Серж. Класс. Да, это не рука. Да, туда. Какой здесь карты? Вроде речь о массе. Да, мы читали. Чисто молодежь. Спасибо. Да что такое? А что вы решили? Вы еще президент. Макс, будешь? Да. Владимир? Да. Дай, пожалуйста, Макс.
Владимир моргает, давай там шло. Спасибо большое. Это... Приседаний. Я же сказал. Так, пожалуйста, верхом. Сверху садимся. Сверху на туловище садимся. Даня, буди туда, блядь, по муху. Ну сколько можно, блядь? Серега! Нет, уйдите туда на край. И... Че? Уходим? Три. Пату. Чиз. Шаты. Шаты. Пум. Снова. Смотрим. Так, Галик, подойди сюда. Я буду придет. Как только поезд развязался, ты получаешь. Завяжи хорошо. Невозможно. Завяжи еще раз там. Сильнее, прижи просто, сильнее. Так, сейчас делаем поперек. Это что значит? Между ног за пояс или за ногу ближнюю дальше. И второй рукой под голову, под шею. Поперек. Так, это спиной. Развернись. Лицо. Да. Нет. Там лежит. Между ног сюда. Да. Приготовились. Оно. Двое. Три. Сейчас. Ну, а ты?
Владимир, я вам устал уже. Вот ваша информация. Да. Матер! Андрей, верни. Нет. Руками я жду. Раз, два, три, оп, вытаскивает, оп, четыре, оп.
Раз, два, оп, сзади. Раз, два, три, вытаскивает и показывает сзади. В конце бросает. Натурально. Ачвай! Пошли. Пошли. Кто бросает, идет вперед. Два, три шага. Выводит и бросает. Пошли. Бросай, да? Ну, я думаю, бросает здесь, там, что? Или броски делаете. Пошли. Ачвай. Стоп. Серёжа, ты идешь вперед. Матей! Я так и делаю. Ты идешь назад. Ты должен идти вперед. Оп, вытащить. Раз, два, оп, вытащить. Вытащить и потом. Бросаешь тоже сюда. Да. Матео, слушайте внимательно, какие броски. Раз, два, вытаскиваешь подсечка. Зацеп болен. Задняя подножка. Джек! Раз, два, вот здесь. Следующий место. Оп! Сюда.
Что вы сели? Мате. Мате. Заправили, сели, Пантер. Да, Пантер, да. Вот Алёша тоже так смеялся. Алёша не мешок. А почему с Алёша? Что вы там стоите? Где ваше место? Где ваше место, мэй? Вот ваше место. Уже я не могу, я уже устал. Даня, вот здесь. Вот здесь. Потому что они находятся вот там. Вот вы где нужны. Отсюда вы нужны. А вы где нужны? Уйдите туда дальше. Так, первый номер ложится на нас. Первый номер на спину. Второй номер. Садится на болевой. На болевой прием садись. На болевой вы. Держи двумя руками, Георгий. Держи захват. Ёпта. Серега, да. Давай. Он делает. Ты делаешь. Я тут захват. Значит, внимание сюда. Тот вверху, только не рывком сильно, аккуратненько. Постарайтесь разорвать захват. Готовы? Пантер. Разорвать захват. Вытаскивай руку, вытаскивай руку, вытаскивай руку. Еще раз. Еще раз. Выдержил, еще раз. Мате, поменялись. Второй номер тащит. Все, постарайтесь аккуратненько вытащить, а он не дает. Раз, два, приготовились. По свистку начинаем. На болевой садишься. На болевой. Все, стараемся вытащить. За пальцы не берем. За пальцы нельзя брать. Поменялись? Боремся. Около кисти, Денис. Около кисти, Денис. Выше же. Вот там, натяни. В сторону чуть-чуть. Есть на локоть. Сейчас другое задание. Взяли захват. Взяли захват. Какой захват? На болевой садись. Ну сядьте на кто так держит? Прошу сиру. Значит так, первый номер. Ваша задача. Удержать соперника, чтобы он не ушел. Не надо болевой делать. Удержать. Второй номер старается уйти с болевого. Не пусть. Уходим. Уходим, Ниже. Уходим. Это очень просто. Нет, он не ушел. Пастухов, ты в каком лицее учишься? Матея?
Пастухов! Да. Матвей, ты учишься в одном из лучших лицеев города Кишинева. Ты такие вещи делаешь? Непонятно. Что ты руку? Ты еще палец в задницу засунул. Взять четко, взяли! Сели на болевой! Он не должен уйти с этого положения. Приготовились. Болевой не надо делать, просто держите его. Я знаю. Пошли. Уходим, нижний, уходим с болевого. В каком принципе? Даник, почему он у тебя уходит все время? Он все время. Ну вот он у тебя ушел. Поменялись, смотри. Поменяли. Ну кто может удержать своего партнера, чтобы он не ушел? Приготовились. Держи захват. Уходим. Мате, Теперь держим только ногами, две руки держим, только ногами, две руки. Убирайте его, только ногами его держим на болевом. Да. Готовы? Пошли, уходим, уходим, держим. Ну, кто удержал? Матвей, баскетбол. А кто там? Я? Готовы? Чезар, внешний фланг. Держим. Чезар, внешний фланг. Пойдем.
Ты делаешь 20 бросков, потом 20 бросков делает... Кто там разговаривает? Кто разговаривает? Сейчас вы делаете 40 бросков, затем вы идете играете в волейбол. Я захожу, и если вы балуетесь, больше выходить играть не будете. Приготовились? 20 бросков, 1, 20, 2. Вам дается 2 минуты. Готовы? Бедро! Пошли! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Десять, 11, 12, 13, 14, быстрее, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Отдыхаем, сейчас будете второй делать. Так, у вас, вы встали. Значит так, вот тут будешь бороться с Владимиром. У тебя время сколько? 20 минут. 20 минут с ним будешь бороться. Вы вдвоем сели туда. Никита Унгурянов, у вас 20 минут, до 100 очков будет. Сели. Сербо Вискун, до 100 очков будет. Сели. Так, садись сюда, будешь качаться. Приготовились, второй номер. Девять.
Я
дома. Леша, если Леша. Глаза ясные, Павел? Да, но имя Леша. Бутылка Хон 440. Угрянул, бороться надо, что вы ходите, блин? До конца провернуться, убежать. Ну так уже 40 очков набрал, блин, ни одного. Батарея. Вот тут стойку. Сыну на 20 килограмм больше. И помни, 10-0.
7-0. Вазария, Никита. Дело удержания. Кассовый комик. Шипон. Вазария, Вазария. Это 14-0. Так я же стартом, 17-0. 14-0. Вазария, Вазария. Сколько? 7-7. Сколько это? Остался, значит, 10 только. 2 вазари будет 10-0. 2 вазари будет 10-0. Даник, Стойко. Один раз бросил, Никита, второй раз только тот же захват. Ищи, чтобы еще раз бросить. Не меняй, захват. Дальше, удушающий. Где? Болевой. Денис. Вазари. Давай, давай, Даник, его бросай. И останавливайся, Даник. Вазария, Даник, держать. Раз, два. Ушел Даник, смотри, Стойко. Даник отдыхает, Владимир вышел. Я просто такой болевой можно, чтобы... Ну, он уже не пришел. Чтоб взять, дай бы. Так. Сюда нельзя. То есть можно вот так держать, так и так делать. А сюда заводить нет. Ну, вот я держали, чтобы заводить. Ну... Ты завел сразу поднимаешь. Так нельзя. Я вот так. Нет, так нельзя. Полицейский, да. Ну, бросай его! Тебе нужно было цеплять за все голени делать, Владимир. Пон! Пон! Руку вытащи, вытащи руку. Вытащи, вытащи, вытащи. Вот. И вот так держи его и делай болевой. Нету никита. Денис, Денис. Ну, держать, Денис. Переходи на удержание. Щипи не вводи. Денис, стойку. Помнишь, он говорил, что сразу болевые на руки надо делать? Держит ногу, значит, болевые на руки надо делать. Вот тут стойку. Шубрян, у вас нет бросков. Серву проигрывает. Вазария, Денис, красавчик, запомни это движение. Запомни это движение, Денис, запомни, еще раз надо делать будет. Великолепно. Хорошо, что палки не связают. Осталось 5 минут. Шейда Дениса, выход на ковер. Боже.
Бома те сказать. Проигрываешь Угряна. Торгу проигрываешь. Четыре минуты осталось, секунд. Это. Дани, попрись еще одну сторону, пожалуйста. Я? Да. Души. Не бросай! А то тебя концовку мать объединяет сразу. Нельзя бросать. Стойко. Три минуты. Ну. Выигрывает Денис, выигрывает Никита. Ну, сэрву бросай, пояс держи. Пояс возьми у него. Ну, до конца не тут. Две минуты. Хорошо, Дани. Ну, да ты твоя нога, Дани! Осторожно, тебе как цепляй! Держи. Денис, стойко. Полторы минуты осталось. Следующий. Там. Все? Сдался, Андрей? Нет. Порви его. И пол. Красавчик. Заправились. Дай, становись туда. Или звонить на тренировку. Да, слушаю. Алло. Алло. Это тренер. Ага, хорошо. А чей это? Никита, а кто
кто с а унгурян с тобой может побороться, да? Потом. Вы почти по одной весовой категории. Тебе сколько килограмм? 50. 50, а у вас 50? 57. Ага, 551 получается. Отлично. А у вас сколько? Сколько у тебя килограмм? Не знаешь? Нет. Даня, как у тебя? 60. 60? Ты должен порвать. Порвешь, порвешь. Его порвал. Он сыр может порвать. Не может. Не может? Хорошо, проверим. Так, Денис, ты не должен с ними бороться. Ты должен всех здесь рвать. Всех. У тебя вес больше всех, да? Так всех ты должен порвать. Вообще не должен никого чувствовать. У него сколько? 50, а у тебя? 62. 10 килограмм. Ты что? Представляешь, в боксе 10 килограмм разница. Это все. Все. Подравнялись, оленели. Дрек, торт-то будешь? Кому торт? Так, кому тортик, какой я сразу даю. Чем же мы есть жаль футбол? Давай сюда жаль футбол. Вот дальше жаль футбол. Вперед, пацаны. Что вы чищаете? Вперед. Мы им врем. Да, давай. Возьми там нужно, чтобы я. Пошли, 5 минут у вас есть. Ножик принеси. Да, нет. Принеси оттуда крышку, пожалуйста. Вот сюда будете бросать. Держи, Владимир. Это тебя. Итак, спасибо, Георгий. И Серж. Класс. Да, это не... А, да, туда. Какой язык наш? Вроде речи на массы. Да, мы читали. Спасибо. Да что такое? А что это? Следующий президент. Маш, будешь? Да. Владимир? Здравствуйте. Дай, пожалуйста, Маш. Владимир Мария, одевай там шмот. Спасибо большое. Это... Поэтому... Опа. Я сюда, туда поставил. Давай.
Кто ударил? Он грянул ко мне. 30 приседаний. Я же сказал, здесь... А как здесь... забить его? Как забить? Хочешь? Я его очень учитель, да. Боремся. Даник, придите сюда ближе. Мате, сели на колени. Сели на колени. Александр. Владимир, сели на колени. Я ну, Джимэ! Что там? 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 Что
Все, выпила руки, все, кровь. Все, не можешь? Отсюда. Не даешь ему заплату. Он тебя начинает шутки не искать. Вот отсюда. Раз, Сейчас делаем мучкоми. Оттуда, мальчики, оттуда идем сюда. Тот, кто делает, идет спиной. Значит, бросок вперед. Бросок вперед. Юрий Саныч засекает время. 4 минуты. Учикоми, Даник, Владимир. Аджиме. Учикоми. Бросок через плечо, передняя подножка, через спину с колен. И в конце бросок и меняемся. Пожалуйста. Осторожно. Вот здесь в конце такой бросок. Сколько у тебя ожидает? Да,
Пошли. Через бедро, через плечо переднее. Всем подряд-то. Внимание! Че? 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Вот это. Баскин-бакс. Второй номер. Посмотрите, если я ушел, я снова ложусь. Далее. И опять не внимание. Торс и руку. Внимание. Че? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Георгий, ну ты, смотри, поменялись. Торс и руку. Руку и туловище. Ты готов? Ждем тебя. Внимание. Теперь надо было бы с другой стороны это делать.
Че? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Коренька, подвиньте сюда, пожалуйста. Баскетбас. То же самое, но с другой стороны. Забайте уже, что вы хотите. Сейчас они есть. Джой! Три. Три. Пап, делай шуку. Четыре. Шансы. Шапка. Оп. Но. Мате. Кто там? А что он делает? Юриса, зайди, пожалуйста, к Толмазану, спроси, нам нужен ножик. Было два, чтобы я не вижу. А вот ножик? Ножик нужен. А вы отдали в этого, в Раду, тогда ножик. Нож, да? Да, тогда взяли нож. Они просили. А, может, Краду зайдешь, спросишь, может, там есть. Наш ножик. А если у Раду нет, тогда у Толмазана ножик. А Раду? Это там, где были. Тэквондо. Тэквондо. Так, удержание. Взяли опять. Взяли удержание. Любой. Взяли, да? Не-не-не-не, сбоку, сбоку. Боя сбоку? Сбоку. Взяли вот как бы держали, как держали. Взяли как держали. Единственное что, это рукой, которой держим торс, убираем и держим одну руку двумя руками. Сбоку двумя руками. Держим. Готовы? Че? Уно. Двое. Три. Патруль. Челюсть. Шапка. Шапка. Оп. Но модель. Поменялись. Сбоку держим одну руку. Сбоку. Двумя руками держим руку. Двумя руками. Нет, нет, нет. Одну руку двумя. А, ты красавчик. Мотель, мотель, мотель. Чуть-чуть подвиньтесь, чтобы вы купили. А, стоп, стоп. Сэр, будите сюда. Дай, вон туда. Вы вдвоем, вон туда. Сэр. Готов. Очни. Сюда бегу. Внимание. И. Джек. Уно. Двое. Три. Поним. Патру. Чинь. Шапка. Оп. Ну, и что ты не выжил? Почему я держу? Внимание!
simte cum am spus. Так правильно, разрешивайте все. Да. Итак, следующее удержание со стороны головы. Со стороны головы удержание. Да. Ты готова? Твоя голова. Да. Три. Четыре. Пять. Шапка. Смотри, кто удержал в базаре? Баткебас. Николай, Ленин Бас. И... Джек! Уну. Дой. Три. Патру. Пожалуйста, верхом. Сверху садимся. Сверху на туловище садимся. Даня, уйди туда, блядь, муха. Ну сколько можно, блядь? Серега! Всех! Уйдите туда на край. И... Джек! Уходим? Три. Патру. Чиш. Шапка. Шапка. Куш. Снова. Матэ. Поменялись. Залежи хорошо. Невозможно. Залежи еще раз на ухе. Сильнее, прижи. Сильнее. Да. Сейчас делаем поперек. Это что значит? Между ног за пояс или за ногу ближнюю дальше. Далее. И второй руку под голову, под шею. Поперек. Так, это спиной. Разгоните. Лицо. Да. Нет. Так убежит. Между ног рука. Да. Приготовили. Уно. Двое. Три. Четыре. Владимир, я ушел уже. Вот наша команда. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Спиной держим.
То же самое, но только спиной разворачиваешь. Держишь ногу и руку. Лучше ногу и руку. Или ногу и шею. Лучше руку и руку. Вытащить и
потом? Нет. Бросаешь тоже сюда? Да. Модель, слушайте внимательно, какие броски. Раз, два, вытаскиваешь подсечка. За цеп болели, задняя подножка. Джек! Вот здесь,
потому что они находятся вот там. Отсюда вы дошли. А вы где дошли? Уйдите туда дальше. Так, первый номер ложится на спину. Первый номер на спину. Второй номер садится на болевой. На болевой прием садится. На болевой вы. Держи двумя руками, дергись. Держи захват. Ёпта. Серёг, давай. Он делает. Ты делаешь. Держи захват. Значит, внимание сюда. Тот вверху, только не рывком сильно, аккуратненько. Постарайтесь разорвать захват. Готовы? Разорвать захват. Вытаскивай руку, вытаскивай руку, вытаскивай руку. Все есть. Еще раз. Еще раз. Вытащил, еще раз. Мате, поменялись. Второй номер дальше. Все, постарайтесь аккуратненько вырежить, а он не дает. Раз, два. Ты не даешь? Четыре, пять, шесть, семь. Приготовились. По свистку начинаем. На болевой садишься. На болевой. Все, стараемся вытащить. За пальцы не берем. За пальцы нельзя брать. Сейчас другое задание. Взяли захват. Взяли захват. Какой захват? На болевой садись. Ну, сектор, кто так держит? Прошу беру. Значит так, первый номер. Ваша задача. Удержать соперника, чтобы он не ушел. Не надо болевой делать. Удержать. Второй номер. Старается уйти с болевого. Уходим, уходим и лежим, уходим. Это очень просто. Он не ушел, я его руку не знаю. Ты в каком лицее учишься? Мате? Мате, ты учишься в одном из лучших лицеев города Кишинева. Ты такие вещи делаешь? Непонятно. Что ты руку? Ты еще палец в задницу засунул. Взять и четко взяли. Сели на болевой. Он не должен уйти с этого положения. Приготовились. Болевой не надо делать. Просто держите его. Пошли. Уходим. Нижний. Уходим с болевого. Даник, почему он у тебя уходит все время? Как все время? Ну вот он у тебя ушел! Поменялись, смотри! Поменялись!
чтобы он не ушел. Приготовились. Держи захват. Уходим. Матей, поменяли. Поменяли, что поменяли. Да. Теперь держи. Эй! Теперь держим только ногами, две руки держим, только ногами, две руки. Убирайте его, только ногами. Готовы? Ложи, уходим, уходим, держим, держим, держим. Ну, кто удержал? Мате, баскетбол. А кто там? Меня? Готовы? Чезар, вместе фаз. Держи. Чезар, вместе фаз. Держи, держи. Матей, сели на колени. Сели на колени. Сели на колени. Приготовились. Эй! Куда ушел? Мой студент же это. Готовы? Матей, приготовьтесь. Боремся. Внимание. Позаправился, время, позаправиться дается, а что делается? Так, кто проиграл, получает сейчас 5 гривен. Че? Боремся, Да, ну сухой ты монолог, парень. Да ну сухой, ты не любишь. Да. Владимир, уходи, сейчас бить буду. Вот то, что ты лежишь на животе. Смотри, сейчас ударит по голове, ты честно. Yeah.
Матвей, все ушли сюда, сели. Ушли сюда, сели. Сюда. Так, Чезар, Сережа туда. Чезар, Сережа туда. Георгий, Николай, сюда, в середину. Далее туда. Веб-Варен, сюда. Вот сюда. Что? Чем? Как тебе удобно? Ты в нем спать должен. Вы вон туда встали. Вы вон туда встали. Вы туда. Вы сюда встали? Вы сели. Сейчас будете бороться полчаса. Кто там разговаривает? Кто разговаривает? Сейчас вы делаете 40 бросков, затем вы идете играете в волейбол. Я захожу, и если вы балуетесь, больше выходить играть не будете. Приготовились? 20 бросков, 1, 20, 2. Вам дается 2 минуты. Готовы? Бедро! Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 13, 14, быстрее, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отдыхаем, сейчас будете второй делать. Так, у вас. Вы встали. Встали. Значит так, вот тут будешь бороться с Владимиром. У тебя время сколько? 20 минут. 20 минут с ним будешь бороться. Вы вдвоем сели туда. Никита Унгурянов. У вас 20 минут. До 100 очков боретесь. Сели. Сербо Вискун. До 100 очков боретесь. Сели. Так, садись сюда, будешь качаться. Приготовились. Второй номер. Девочки хотят видеть взрослых мальчиков.
Да, а поток с... А Питер Плаза тоже 10-го. Да, да. Вырастет. Бог тот друг, Алёша. Видишь, он его кормит, поэтому сам худенький. Так, заправились, приготовились. Еще раз, у вас 20 минут. В партере. Секунд. 5-7 секунд. Нет? Стойку встает. До 100 очков, не 70, до 100 очков. Вопросы. Если 5 часов, я останавливаю время. Если не 100-0, 190, надо набрать 100 очков. Тогда ты чемпион. Не набрал, значит, что вы получаете? Готовы? Рэй? Джой! А вы видите фотографии? Еще раз. Фотографии видели? Где там? Я не смотрю, какие вещи. Это нет, просто про нашего друга, Алеша. А, мне показали, но я специально не собираюсь. Нафиг надо это. В базаре. Хотите посмотреть? Что ты че? Покажи. Показать? Да. Сейчас я... Считаю, что? Такие вставали? Да. То есть? Ну, до сих пор. А, да, ты не смотри. Купон, вставай. Фу, блядь. Так, опять сырыш, где ты угораешься матом? Разве не спектр, я тебя убью. Бутук, бутук. Выиграл у него? Он уходит, уходит он. Значит, ты должен набрать так. 200 очков. 200 очков должен набрать. Там уже набрал. И пол есть, значит, 10-0. Вперед. Вперед. Разговоры, разговоры. Давай, Борис. Япон. Поклонился, дальний пришел. 20-0. Хоть не расследовался. Стойку сырбу. Держи, держи. Только в стойку. Thank you.
ножку за голову. Вот тут купон. 50-0. Следующий. Мальчики, собрались, собрались. Подержитесь. Аджуэ. Купон. Владимир! На пяточку. Вперед поменял. 60-0. Нету. Мате. Здесь 60-0. Оценки. Уже сладко кончается, ни одного броска нет. Ни у тебя, ни у него. Да нет броски на базаре. Броски, которые оцениваются, которые не оцениваются, никому не нужны. Вы уже сладку свою проиграли в соревнованиях. Так. Унгурян, ты боишься Бессона? Нет. А? Нет. Нет. Никита, ты боишься сына? Нет. Давай я поменяю. Денис сюда. Никита, перейди к сыну. У вас какой счет, Никита? У нас Джо! Ну, пацаны, соберите. Блин, уже. Никита, Лугурянов, дайте им пространство уже. Ипон. Щит. Спина. Упал на спину. Щит. Там же я... Щит. Ипон. Поклонился, ушел. 70-0. Давай, давай, вставай, Борис, Борис. Конечно, тяжело бороться, если штаны наоборот. Какие нет, больше смотрите шнурки тут. Ну что, шнурки? Может, неправильно. Давайте, бросьте, будет ноль. У него ноль будет. Держать, держать, Даня, держать. Да души его нафиг. Куда ушел? Кто выиграл? Я. Молодец. 0-0. Ушел, Даня. Выходи, Владимир. Вот тут опять набираешь все очки. Ну а как? Души его, сын. Что ты ему жалеешь? Давай, Денис. Тебя на 20 килограмм больше. Сын его на 20 килограмм больше. И помнишь. 10-0. Грянул в стойку. 10. Ой, извиняюсь. 7-0. Базарь, Никита. Делай удержание. А свои кроме. Купон. Базарь, базарь. Это 14-0. Так я же старте, мне 17 лет. 14-0. Базарь и базарь. Сколько? 7 и 7. Сколько это? Он сдался. А? Он сдался. Сдался, значит 10-0 туда. Два базаря будет 10-0. Два базаря будет 10-0. Дали стойку. Один раз бросил, Никита, второй раз тот же захват, ищи, чтобы еще раз бросить.
Не меняют заклад. Дальше, удушающий. Где? Болевой. Денис. В Азаре. Давай, давай, дай его бросай! Не останавливайся, Даня. Базаре, Даня, держать. Раз, два. Ушел Даня, смотри, стойку. Даня отдыхает, Владимир вышел. А такой болевой можно, чтобы... Ну, уже не что взять, дай бы. Так. Сюда нельзя. То есть можно вот так держать, так и так делать. А сюда заводить. Ну, нет. Вот я держал ее, чтобы здесь прямо. Ну, ты завел раз, уже поднимаешь. Так нельзя. Я вот так. Нет, так нельзя. Полицейский. Полицейский брак. Ну, бросай его! Тебе нужно было цеплять, за себя в голову делать, Владимир. Пон! Пон! Руку вытащи, вытащи руку. Вытащи, вытащи, вытащи. Вот. И вот так держи его, и дело болевое. Нету, Никита. Денис, Денис. Ну, держать, Денис. Переходи на удержание. Щипни, Владимир. Денис, стойку. Помнишь, он говорил, что сразу болевые на руки надо делать? Держит ногу, значит, на болевые на руки надо делать. Вот тут стойку. И прямо у вас нет бросок. Сырву проигрывает. Базаре, Денис, красавчик, запомни это движение. Запомни это движение, Денис, запомни, еще раз надо делать будет. Великолепно. Хорошо, что папки не слезают. Осталось 5 минут. Шина, Денис, забытым за ковер. Облома ты сказать. Проигрываешь угряну. Торгу проигрываешь. Четыре минуты осталось. Гон. Этот. Даник, вам есть еще одну кнопку, пожалуйста. Я? Да. Души. Не бросай! А то тебя концовку матери денет сразу. Нельзя бросать. Стойку. Три минуты.
Ну? Выигрывает Денис, выигрывает Никита. Ну, сверху бросать, пояс держи. Пояс возьми у него. Ну, до конца не будет. Две минуты. Хорошо, Дани. Ну, так устали его, Дани! Осторожно, телевизор цепляет. Держи. Полторы минуты осталось. Следующий. Там. Все? Сдался, уверен? Нет. Порви его. Вас. И пон. Красавчик, Денис. Матея? Заправились. Даник, становись туда. Заправились. Вот любители звонить на тренировку. Да, слушаю. Алло. Алло. Это тренер. Ага, хорошо. А чей это? Гурдов, да. Гурдожин. Гурдожин, да? Поздравляю. Ну что? Сырбу заправился? Я... Сырбу, ты же должен быть красавчиком. Делай шаг. Так, ну что, Гурдов? Даник, ты сегодня молодец. Красавчик. Ты мог кинуть его. А у него Алеша. Алеша его друг, блин. По полиции сейчас. Поклонились. Ушли построились. Здесь Денис провел таких два приема. Один прием на два раза. Красавчик. Наверное, потому что ты одной рукой держал. Молодец. Никита тоже забомбил, да, несколько раз? Построили здесь, пожалуйста. Сюда, пожалуйста, Денис, можно? Да. Подравнялись. Вот только так. Вот начинается война. Вот так нужно, нужно прийти, час бороться. Но для этого нужно покачаться, немножко побегать. Еще, ну, такая погода была, но все равно что. Надо прийти, понимаете? Хочу сейчас бороться. Вот у тебя есть, как оно? Что у тебя сейчас есть? У тебя есть сейчас мечта. Отомстить. А у тебя мечта? Сейчас. Никиту порвали. А у тебя мечта бросить его, когда-нибудь бросить. Мечта. Качайся, мой дорогой, это качайся. Я знаю, что дарит. А у него нет мечты. Никита, а кто с тобой? А он Буряну с тобой может побороться, да? Вы почти по нулю свой категории. У тебя сколько килограмм? 50. А у вас 50? 57. Ага, 551 получается. Отлично. А у вас сколько? Сколько у тебя килограмм? Не знаешь? Нет. Да, не подожди. 60, ты должен порвать. Порвешь, порвешь. Нет. Его порвал. Он сырбу может порвать. Не может. Не может? Хорошо, проверим. Так, Денис. Ну, ты не должен с ними бороться. Ты должен всех здесь рвать. Всех. У тебя вес больше всех, да? Нет. Всех ты должен порвать. Ты вообще не должен никого чувствовать. У него сколько? 50, а у тебя? 62, 50. 62, 10 килограмм.
Это что? Представляешь, в боксе 10 килограмм разница. Это все. Все. Подравнялись. Оленели. Рек. Торт-то будешь? Кому тортик? Так, кому тортик, то будет, я сразу даю. Сейчас же мы есть жарки. Давай, ты не жарки. Вперед, пацаны! Что вы стесняетесь? Вперед! Ай, тема. Возьми там ножик, чтобы я. Пошли, 5 минут у вас есть. Ножик принеси. Да, нет. Принеси оттуда крышку, пожалуйста. Вот сюда будете бросать. Держу вот его. Это тебя. Итак, спасибо, Георгий. И Серж. Класс. Да, это не. Да, туда. Какой язык надо? Марк, будешь? Да. Владимир? Да. Дай, пожалуйста, Марк. Владимир моргает, бай, там шмор. Спасибо большое. Приседания.